И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Saurian. У меня есть парочку серий по этой игре. Ссылочки я оставлю обязательно в описании. Тем, кто не смотрел, обязательно гляньте, посмотрите. Там мы... у нас было прохождение за какого-то раптора. Вот. А сегодня, ребятки, мы с вами поиграем... Давайте нажмем «Новая игра». Тем, кто не знает, а тем, кто знает, вышло обновление, по-моему, на той неделе буквально. И там нам добавили, да, большого, его такого оранжевого, желтого трицератопса. Давненько не было у этой игрушки обновлений, и я очень рад, что здесь привнесли разработчики свою лепту. Так, ну что ж, давайте пол, какой выберем пол? Ну, пол, естественно, мы будем мальчик. И давайте дадим ему название. Давайте просто Sky. Да, вот так. Замечательно. Так, ну что ж, давайте начинаем новую игру. Поехали, посмотрим. Побегаем, порастим нашего трайка. Не знаю, может быть, сделаю две серии по трайку. Может быть, одну. Посмотрим, если сможем уложиться. Значит, будет одна серия, друзья. Всем приятного просмотра. Так. И что? Да, вот наш маленький трайк, посмотри, блин, он зеленый как лягушка, маленький зеленый лягушонок. Ой, блин, он только что, по-моему, вообще вылупился из яйца, из скорлупы. Жалко, я не вижу никакой скорлупы яиц. Так, ладно, тоже. Это наша мама, я так понимаю. Что-то здесь мне не нравится, местная, знаешь, она открытая прям. Для хищников будет идеальное место. Чтобы нас заметить, увидеть и проглотить. Так, давайте пробежимся. По скорости, конечно, малыш еще не дотягивает совсем. Это наш братик или сестренка? Милый. Очень милый, милый, милый. Да, мы еще маленький хэтч. Так, где наша мама? Где наша мама? Мне бы вспомнить азы игры. Так, значит, по голоду. У нас зеленая шкала идет с правой стороны, вода, у нас синяя шкала и жизнь. Жизнь, красная шкала. Стамина у нас, по-моему, вот центр круг, он должен заполняться. Да, он сужается, когда у нас заканчивается выносливость. Я, конечно, пока что буду придерживаться мамы. Я не хочу нарваться на какого-нибудь, не знаю, там, пирекса, либо к воде. Я точно пока один ходить не буду. Иначе, как они правильно здесь называются, барилозухусы, по-моему. Не дейнозухусы, а барилозухусы меня могут... Это самое, ням-ням, короче говоря. Эйк. Это, давай, я хочу это. А, вот посмотри, он щипит травку. Да, он потихоньку щипит травку. Стой, стой, я хочу приблизить. Невозможно? Обрати внимание, смотри, он взял в рот листок, и он у него завис прямо. Так, насыщение отличное. Не отлучаться от мамы. Так, 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 так. А где наша сестренка или братик? Я хотел с ним пока, знаешь, побегать, пока есть свободное время. Боже, они такие крошечные. Вот если сравнить с мамой... Ну, наверное, мой рост приблизительно сейчас равняется, ну, я не знаю, среднестатистическому, блин, росту человека, наверное. Вот, кстати, наша сестренка. Смотри, как я ее подвинул. Зайка, давай поиграем со мной. Ну, будешь играть? Нет, все, она села и просто сидит. Что-то думают, что-то выдумывают, что-то сидят, думают. Ну, а что им еще делать-то, в принципе, да? Что им еще, в принципе, делать-то? Только сидеть и думать. Так, запахи. Угу. Вот вся трава, которую мы можем есть. То есть вот эти палки, подожди, палки-то можем жевать? Видимо, нет. А вот только, наверное, вот такие маленькие корешки, да, вот эти вот кустики, стой. Будет он есть? Чего? Ну, так, ага, вот, наверное, вот эти вот кустики мы можем есть. Я, по-моему, он уже перенасыщен, что ли, у нас?
Он не ест. Ты что ты мотаешь головой? Да возьми, закуси. Ладно, фиг с ним, короче. Слушай, вот эти растения мне напоминают, посмотри, кусты конопли. Ой, блин. Конопляный трайк. Трайк, который любит коноплю. Да, реально, посмотри, это каннабис. Офигеть. Так, ну, давай, я не знаю, полностью, что ли, насытимся тогда. Дождь пошел. Вообще, пора бы, можно было бы прогуляться и сходить куда-нибудь к водопою. Но мама, видимо, вообще не желает, она чисто здесь сидит, охраняет свое гнездо. Да, видимо, пока мы не будем определенного роста, мы, наверное, с мертвой точки не сдвинемся, нифига. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там кто-то идет. Нет, я буду здесь сидеть. Кто за динозавр это был? Подскажите мне. Это похоже на какую-то гереру или... я бы не сказал, это ягуанодон какой-то там, не знаю. Но... Слушай, а может это пахич? Давай сходим посмотрим. Так. Подожди. Я ухожу, и мама за мной? А, посмотри, у меня только что родилось еще пару братьев. Посмотри. Да, мы были вдвоем, и вот еще один малыш. Еще один малыш. Здорово. Слушай, у нас прям-таки большая семья, это классно. Блин, а кто вон там он лежит? Мне кажется, как будто вот там вдалеке лежит какой-то олень, что ли, или что это? Кто это, блин? Нет, реально. Так, не потерять из виду маму. Так, самое главное, опасность, опасность, опасность. Вроде бы чужих запахов никаких я не чувствую, окей. Мне прям-таки интересно... А, это черепаха! Блин, это черепаха, реально. Слушай, пойдем, поднем черепашку. А почему он не... А, куснем сейчас, сделаем куську черепахи. А вон, ага, идут два пахича вдалеке. Здрасте. А я любопытный ребенок, здрасте. О чем тут делаем? О чем тут делаем? О чем тут делаем? Ну-ка скажи нам. Черепаха. Буду тоже сидеть и думать. Смотри в мои глаза. Ладно. Не будем мешать черепахе, пускай она тут сидит. Так. О, подожди, моя семья, по-моему, пошла на водопой. Да, мама, папа. То есть мама, папы нету. Мама пошла на водопой. Два пахича тоже, кстати, отправляются на водопой. Прикольно, посмотри. Так, статистика. Что по статистике? Так, мы пока, да, мы еще пока хэтчлинг. Мы еще пока совсем маленькие. Что-то пахичам там не понравилось. Они развернулись, короче, и побежали, посмотри. Они испугались мою маму. Моих братьев с сестрой. Уж ты, мы такие страшные. Ой, посмотри, малыши купаются. Да, малыши купаются, но... Блин. Крокодил, ты здесь не дремлет? Посмотри, да, они уже прям-таки готовы накинуться на жертву. Вот поэтому... Понятно, вот поэтому пахичи-то и ушли. Такс. Малыш, я как бы переживаю за тебя, за... Чё он вообще там? Он, по-моему, застрял как будто в воде. Нет? По-моему, да. Помогите, спасите, тону, утопаю и все прочее. Давайте крикнем, что здесь опасность. А маме, знаешь, вообще пофигу, она даже не среагировала.
Да, по-моему, вообще по пояс деревянная. Ладно. Пить ты будешь? Блин, слушай, а куда у меня пропала статистика? Что-то я не пойму. Куда у меня пропала статистика воды, еды? Я что-то не то нажал, что ли, или чё, блин? Это фигня какая-то непонятная, что творится. Видимо, да. Ну, ладно. Так, окей. Давай, вставай. Поднимай свою задницу. Будем, короче, я не могу смотреть, как мой младший брат или сестренка тонет. Сейчас мы будем ее спасать. Сейчас мы ее будем толкать. Так, самое главное меня, чтобы... А, во, посмотри, она попятилась назад. Да, она попятилась назад, что ли? Блин, меня бы не сожрали только. Слушай, я ее сейчас буду толкать. Давай, двигайся. Или просто ванну принимает, да? Ванны перед сном. Давай. Во. Получилось. И куда ты? Ну давай. Нет, это тупой бот, это тупой бот. Либо просто она хочет дать себя на это самое, на корм. Да и на зухосом этим. Или барила зухосом, как они правильно здесь называются. Так, уже темнеет, и мне лучше вернуться к своей маме. Где наша мамочка? Где наша мамочка? Мама, ничего там, если ребенок тонет, а тебе вообще как-то параллельно. А, ну да, у тебя в запасе еще трое детей. Ну да, что тут больно-то это? Напрягаться-то, да? Точняк, слушай. Пойду я лучше поем конопли. Где наши конопляные кусты? Блин, какой он неуклюжий. Он так медленно разворачивается. Это очень неудобно. Повернись. Давай, конопляный куст, вперед. Пожуй перед сном. Что такое? Эки. Это запахи, я понял, это запахи моей мамы и моих собратьев там. Давай папоротник тогда, фигач. О, вот, давай, давай, молодец, красавчик. Это же вкусно, малыш. Это же очень вкусно. Ох, да, вкусняшка. Вкусняшка-няшка. Эк. Эк, давай еще. Слушай, если я сейчас лягу спать... У меня такой один вопрос. А наша мама не сдвинется отсюда, не уйдет, как у меня было это с этими самыми, когда я играл на Дакота Рапторах. Главный раз я сажусь рядом с мамой. Нифига себе ты глотаешь кусты. Я сажусь рядом с мамой, значит, ночевать. Просыпаюсь утром. Вуаля, никого нету. То есть, живи как хочешь, короче, типа того. Здорово, блин. Все, в общем, короче, я занежился прямо в нашем гнезде. Так, мы поспали. О, да ты посмотри, и посмотри, как мы прибавили сразу в росте. Да, реально, мы подросли. Да, и мне кажется, чем он больше, тем он медленнее ходит. Это у нас, по-моему, поправьте в комментариях, орнитомимусы, да? Орнитомимусы пошли на водопой. Так, ага, а нас так и осталось в семье трое детей, да? Какая плохая, злая мама. Бросила ребенка там на пропитание дейнозухусом. Я сейчас обалдею, если он там до сих пор плавает. Нет, по-моему, все. Его ням-ням. Тихо-тихо-тихо, стой, 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 стой. А это знаете кто? Это, если я не ошибаюсь, это, по-моему, как он там так странно называется, как Билли Фадон какой-то, или что-то в этом роде. Посмотри, маленький мышонок спит. Так, у нас рассвет. И пошли пить, а как же я? Эх ты, мамаша, мамаша, кинула ребенка своего, а он утонул, по-моему, да? Ах, ладно, что же, давайте попьем воды тогда, наверное. И простимся, наверное, еще дальше.
Ну, а чего, и чего ты не пьешь? Что ты не пьешь-то? Прям в воду, что ли, надо залезать? У меня же в прошлый раз это получалось. Почему не работает вода? Ай, блин, совсем забыл. Просто надо один раз нажать на левую кнопку мыши, а не держать ее. Да, вот плохо, когда долго не играешь и привыкаешь к другим играм. Так, ну, в принципе, все. Я полностью напился. Посмотри, сколько здесь у нас различных травоядных. Так, ну вот здесь только что пахич пробегал, я видел. Так, у нас там, я так понимаю, это у нас баня местная такая, знаете. Те травоядные сбегаются к этому озеру, чтобы искупнуться, поплавать, умыться, помыться, принять холодный душик в жаркий мезозойский день. Так, ладно. Где наша мама? Наша мама там, а? Давайте. Ай, блин. Наши любимые конопли, а? Всё, никак? Нет, нет, нет. Ладно. Стой. Не понял. То есть наш брат или сестренка выжила? Посмотри, да. Ну ладно, это, наверное, скорее всего, там был какой-то баг на реке. Не столь важно. Мы почти выросли, слушай, это прикольно. Я вообще хочу добиться такого роста, как наша мама. Таким же большим. Мне интересно, когда все малыши вырастут, у нас будет какая-то миграция или что? Или мы так тут до конца жизни будем сидеть на этом лугу? Давай, наешься, малыш. Ну, я не знаю, давайте тогда ляжем еще спать, что ли. Посмотрим, что у нас будет в росте. Кстати, что у нас сейчас по росту? Так. Я еще хэтчлинг. Да ладно. Я думал, я уже адолт. Все, конечно, интересно, весело. Ну, не надо. Зачем ты будешь садиться и что-то думать? Давай ложись спать. Такс. Хорошо. Так, ребята, мы выросли, мы выросли. Нашего гнезда больше нету, и у меня уже годовалый трайк. Да, и вот теперь, по-моему, мы делаем миграцию. Ну что ж. Хорошо, нам бы теперь поспевать за нашей мамой. Интересно, в какое далекое путешествие мы с вами отправимся? Или они просто опять выходят к водопою? Не знаю. Так, в общем, давайте напьемся. Да, посмотри, мы уже джуф. И нам ровно год. Это здорово. Такс. Ребята, вы тут как бы шибко-то не расслаблялись бы, а то, смотрю, вон тут уже дайнозухи-то навострились. Так, и по-моему, сейчас кого-то закусят, если я не ошибаюсь, посмотри. Они уже охотятся. Мам, ты чё, давай-ка на этот остров, слушай. Не, по-моему... Маман, ты что делаешь-то? Слушай, ну вообще никчемная мамаша, которая даже вообще плевала на своих детей, переплыла такая на остров. И чё, типа, мы сами теперь должны туда плыть? Ого, подожди. У нас нападение, на нас нападение. Да ладно? Эй-эй-эй-эй-эй. Я не дам в обиду твоих братьев и сестренку. На тебе. На тебе. Маленький цыпленок общипанный. Дальний предок страуса. Я не понял, почему орнитомимус на нас напали? Чё за фигня? Маман. Маман вообще пофигу, и она, короче, это... Поплыла вон вообще на ту сторону. Весело. Очень весело, стой. Да блин. Да ну вас нафиг, вы все здесь какие-то больные и дикие. Чё кидаться друг на друга? Все ж было хорошо. Чё не хватает-то?
Да, маман молодец. Короче, типа вырастила детей. Все, ребят, давайте это самое. Вы уже самостоятельные, совершеннолетние, типа, мол, живите как хотите. Ну нет уж, я пойду с маман. Мамонькин сынок. Да, повезло же мне в такой семье родиться. Маман вообще никчемная. Мать кукушка. Я представляю, если бы она была бы хищником каким-нибудь. Она бы, наверное, не просто бросила нас на произвол судьбы, а, наверное, бы сожрала бы, съела бы уже давно. Все, сидит и думает опять. Нет, не сидишь, не думаешь. Ого, нифига. Чего? Сказал, что она меня хотела атаковать. Посмотри, какой отряд идет. Блин, да, жалко, что, конечно, остальные малыши разбежались кто куда, непонятно. В разные стороны. Ну, ладно. Я пока, наверное, проследую за мамой. Буду придерживаться ее. По крайней мере, если что. Если что, возможно, она меня хоть защитит. Я вряд ли. Я вряд ли. Не знаю, кто это у нас там ходит вдалеке? Кто это у нас там такой красивый-то ходит-то? Кто-то более похожее на кантагозавров. Да, вот такая миграция единственного выжившего малыша в этой никчемной семье. Оу, Дакота Раптор. Оу, да-да-да, мой братик, я готов встретить своего братика. Собираем свою семью. Теперь она решила стать хорошей мамой. Ну, круто, круто, да. Так вот, Раптор еще. У нас тут стягивается целая армия. Я смотрю на этот водопой, на это озеро. Офигеть. Великий водопой. Угу. Да-да. Так, ладно. Давай-ка я, наверное, сейчас лягу спать. Посмотрим, прибавим ли мы в росте. Я сейчас офигею, если я останусь вообще здесь один. Нет? Нет, меня ждала всю ночь моя сестренка. А мамка, все, мамка слилась. Ну, здорово, да. Так, ладно. Куда двинем? Куда двинем-то? Куда пойдем? Сами по себе, да? Сами по себе. Что у нас по росту? Так, Джуф. 1 год. А Шанты что, они всю ночь, что ли, шли это? Или это ягуанодоны какие-то, блин? Всю ночь шли к водопою по миллиметру, что ли? Я офигею. Боже, быстрее улитки. Здорово. Здорово. Не, я туда точно не пойду. Я боюсь. Я боюсь туда идти. В общем, короче, я, наверное, сяду здесь. А в следующей серии я уже продолжу свой рост. Вот. Короче, так вот. Да. Все, ребят, всем спасибо. Короче, кто смотрел до конца, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Вот такой вот игровой мини-обзорчик у нас был. Нового обновления Страйка в игре Саурян. До скорой встречи, пока.